Добрый день, меня зовут Евгения, я из подмосковного города Дубна. На обучение к Елене я попала абсолютно случайно. Просто в Инстаграме увидела рекламу ее трехдневного бесплатного марафона. Ну, раз бесплатно, решила посмотреть. Вот. И прямо во время марафона этого я купила обучение. Елена смогла заинтересовать меня контекстной рекламы, хотя я вообще не знала, что это такое. И, в принципе, она очень сильный преподаватель, очень сильно мотивирует. Мне было очень интересно ее слушать. Вот. Ну, я решила попробовать, почему бы нет, потому что на данном этапе я нахожусь в декрете, и еще во время декрета я в качестве селлера стала продавать на маркетплейсах. И во время этого марафона еще поднималась тема, что, в принципе, можно рекламировать маркетплейсы тоже через Яндекс.Рекламу. Меня это заинтересовало. Как бы еще это послужило толчком к тому, чтобы купить обучение. Обучение мне очень понравилось. Это действительно обучение, это не какие-то курсы, это полноценное обучение. Во время всего обучения всегда можно было попросить помощи у кураторов, то есть они отвечали ежедневно на любые самые глупые вопросы. Также во время обучения, помимо самих офлайн-уроков с Еленой, были живые вебинары, где она очень как бы отвечала на все вопросы, которые остались. Для чего я пошла на это обучение, это стажировка, потому что для меня как бы теория одно, это, а практика это абсолютно другое. То есть все, насколько бы я хорошо не знала теорию, все свои знания все равно подкрепляют только практикой. Вот, так что это тоже послужило огромным толчком, почему я выбрала это обучение. Как я уже говорила, я пришла абсолютным нулем к Елене. В итоге к концу обучения, когда открылся блог по поиску клиента, я быстренько посмотрела первые уроки буквально за пару дней и сразу начала искать клиента на биржах фриланса, на ХХ. Также как бы я изначально почему-то думала, что я хочу индивидуальный проект вести, но по ходу обучения я пришла к мысли, что для меня более оптимально это быть либо помощником директолога, либо устроиться в рекламное агентство. Ну, в итоге я как раз устроилась помощником директолога в рекламное агентство. Меня уже взяли. С 1 апреля я приступаю к работе. Вот. Поэтому хочу сказать огромное спасибо Елене и всем ее кураторам, наставникам, преподавателям. Я рекомендую это обучение. Настолько оно профессиональное, что если вы будете как бы ответственно к нему относиться, к этому обучению, действительно смотреть все уроки, делать домашки и задавать вопросы, тогда вы получите свои знания и без проблем найдете работу. Всем еще раз большое спасибо.